Зараз екіпажем спільно з військовою службою правопорядку ми заїхали на штаб гуманітарної допомоги, зараз додали продукти харчування та будемо виїжджати на саме найдальніші території міста Лисичанська, де будемо роздавати продукти харчування. Завозили. Поэтому почему же его спросил? Пятиэтажки или девять? Опа! Давайте я помогу. Хорошо, я думал, что так. Так, дивіться, тут продуктові набори на 5-6 чоловік. Ага. Так що, сядьте на лавочки і розділіть. Да, я да, вот тут це на 6. Вам кажется, що донесете? Давайте, я донесу, у меня пакет есть. Я тут положу, вот. Там один вообще вылетит, там. Это на 7 человек, да? Это 7, а то по 5. Почитайте, 15 и 5. Ну, если, ну понятно, мы разделим, да. А, Жень, вот у нас. Старший. Хочу ее. Я картошку с рисом готовлю, а у них не знаю. Суп они готовят вроде. Делимся с друзьями. За мной ходим день через день. Только тяжело, смотрите, сразу. Я поняла. Все. Большое спасибо. Полиция работает, приезжает. Приезжайте еще. Пожалуйста. Настрою, так что дадим. Много. А водичку можно? Давай. Да на 5, на 5 человек. Он. Ага. На 5, на 5. Донесете? Донесу, наверное. Аккуратно, аккуратно. Есть, да. Это... Один давайте поделим на кому не хватило. Меня... Садитесь на лавочке. Давайте. Без ноги. Да. Сказала на подъезд, брат. Давайте поделим. На подъезд, брат. Она седьмой подъезд. Ну, там... Сейчас поделим, кто тут есть. Поделим, кто тут есть. Просто я и говорю, я ему. Давайте, знаете, инвалид. Вот инвалиду еще мы давайте. Все. Дякуємо хлопцям, що привезли нам допомогу. Всього вам доброго.